Три. Главное меньше шататься, Ира. да? Ира. Мы Нам сейчас сюда. уже в прямой трансляции, ну, чтобы вы знали, но в 6 часов переходим, в 6 часов переходим на телерадиокомпанию, прямое вещание. Это твой сын? Нет. Это мой бывший ученик. А сейчас он работает на телерадиокомпании «Пирятин». У нас такая есть компания. О, приедналась до нас. До нас приеднался. Алло. Николай Иванович. Ау. Что нужно? Я присоединяю Беларусь. Как хочешь. Да, и будет Франция, Белоруссия, Украина. Вот, видите, Настя мне пишет, что там идет. Хочется ее. Сергей. Да. Сергей, пока нету Насти, я просто хочу сказать, что... Мы в прямом эфире, нас все видят, поэтому говори все, что хочешь. Не говори. Нет, просто последний эфир с Настей, особенно на тематику трансгендеров, вызвал большой ажиотаж среди моих коллег в Украине. Люди, которые по 10-15 лет работают в сфере трансгендеров, то, что сказала Настя, что у них в Беларуси по трансгендерам происходит, получилось, что они все профаны, а вот Настя вот такая вот крутая девочка. Молодец, да. Знают все с точностью наоборот. И все исследования международных организаций оказались неправдивыми, потому что Настя знает достоверную информацию по Беларуси. Ну, Андрей, в этом наша, так сказать, сила. Я вас только попрошу подписаться. Настя, привет. Настя, привет. Тебя не слышно? Настя, привет. Да. У меня просто картинка сейчас. Да. Ровно в 6 часов мы выходим. Телерадиокомпанию «Марион» мы выходим ровно в прямой эфир телерадиокомпании «Марион». И тема нашей встречи вот, – это инициатива работы СМИ, телерадиокомпаний с общественными организациями «Мисто Пирятин» и «Евпатории». Сергей, сколько времени будет эфир? 26 минут. 26 минут. Тогда у меня вопрос в следующем. А мы можем для начала просто как на аперитив поговорить вообще о проблематике взаимодействия общих средств массовой информации с третьим сектором? Потому что одна из основных проблем то, что... Говори громко. То, что все медиакомпании, они под теми или иными олигархами. И говорить свободно на телеэфирах той или иной телекомпании невозможно. Потому что идет жесткая цензура. Так. Меня кто-нибудь слышал? Да, да, Андрей. Ну просто выпал в очередной раз. Да. Ты смотришь на свой секундомер. Угу. Да? Да. Ты понимаешь, что в 18.00 по этим часам появилась заставка вообще? По моим часам в 18.00 появилась заставка. Ну ты по секунды смотришь. Да. А не курс. Так а вот у меня идут. Да. Вот. Ирина. Появилась в эфире заставка. По моим часам в 18.00 в эфире телекомпании заставка. Заставка. Да. Делаешь паузу хотя бы 10 минут. Ира, ты меня слышишь? Ты потом убираешь заставку, и ты появляешься в эфире. А он не включил, он тебя включил. Короче, в 18.10 я начинаю говорить. Да, ну ты должен убрать до этого заставку, себя показать. Угу. Крупным планом или средним, каким угодно, да? Угу. Каким угодно. Хорошо. О, так. 60 секунд. До эфира. Ира. Иру не слышно. Я на нее не подписан. Настю тоже не слышно. Ира опять исчезла.
Ну и хорошо, будем с тобой говорить, Андрей. Ты ж меня слышишь, хорошо? 40 секунд эфира. Угу. Отлично, Ирина, привет. 10 секунд до эфира. Ирина, ты не шевелишься? Эфир. А теперь слышно меня? Нет. Здравствуйте. Сегодня в онлайн по ДФ третьего сектора, это программа, которая организована телерадиокомпанией «Марион» и общественной организацией «Институт развития креативных технологий и масс-медиа» при партнерстве общественных организаций Украины и зарубежья. Сегодня мы в прямом эфире телерадиокомпании «Марион», город Евпатория, поговорим о взаимодействии общественных организаций и средств массовой информации, в частности, телерадиокомпании «Марион» из Евпатории и телерадиокомпании из города Пурятин Полтавской области. Также с нами на прямой связи эксперт-правозащитник из Страсбурга, Франция, Андрей Федосов. Также с нами Анастасия Кривецкая, Беларусь, Пинск. Добрый день. Андрей, здравствуй. Да, и с нами... Добрый вечер, всем. Также директор телерадиокомпании «Марион» Николай Филатов. И тема нашей сегодняшней встречи, ну, как я уже говорил, о том, как и зачем нужно сотрудничать общественным организациям с телерадиокомпаниями. Я не говорю о газетах, газеты есть везде, но там, конечно, ограниченные возможности по сравнению с нами. Ирина, нас хорошо слышно. Я вижу, Ирина очень хорошо нас слышит. Ну, интернет-связь – это интернет-связь. Возможно, не во всех городах она очень хорошо работает. Андрей? Да. Несколько слов, да. Несколько слов. Первое, почему я очень рад этой платформе, которая на сегодняшний день есть, на телерадиокомпании «Марион». И надеюсь, что такая же платформа появится в Полтавской области, в городе Пурятин. Дело в том, что давайте не будем забывать, что на сегодняшний день вот именно вот структура средств массовой информации в Украине, она полностью монополизирована. Взять ту или иную телерадиокомпанию или печатные издания, вот, они 100% находятся под руководством того или иного олигарха. Но мы говорим, это ты говоришь о крупных телекомпаниях? Независимо. Районные, городские, все они находятся под жестким контролем. Там то есть региональной прессы, по твоим словам, не осталось уже, да? Что? Региональной прессы, независимой, как она позиционировалась раньше, уже не осталось, с твоих слов. Ну, я готов поспорить, что мне хватит одной руки, чтобы перечислить вот эти вот независимые средства массовой информации. И это очень плохо. У нас, во-первых, нет конкурентоспособной независимых средств массовой информации в Украине. Это первая проблема. Вторая проблема. Только какая-то телекомпания, телерадиокомпания начинает независимо, объективно говорить о проблематиках политических, социальных, на них сразу сваливается масса судебных исков, предписаний прокуратуры. Это говорит о том, что у нас нет свободы слова в Украине. И не стоит забывать, что Freedom House, международная организация, которая отслеживает, мониторит независимые средства массовой информации в мире, Украина стоит на самом последнем месте именно по независимости СМИ, свободе слова. Я хочу сейчас спросить, ты очень интересную тему затронул, а я хочу спросить, а в Полтаве есть независимые СМИ? Ирина? Ирина? Вы нас слышите? Конечно, слышим. Да, здравствуйте, вы слышите нас? Да. И видим, да, и слышим. Да. Есть ли у вас независимые СМИ? Просто у нас технический момент, мы постоянно выпадаем и немножко... Да. А есть ли, Николай, есть ли независимые СМИ сейчас региональные? Давайте, начало начал Андрей, а я как бы в поддержку его спича скажу, что независимые СМИ
конкурентоспособные возникают там, где есть конкурентная экономика. А у нас нет экономики конкурентной. А раз нет экономики, у нас, смотрите, клановая экономика, а это значит, вот у нас есть один клан такой-то, на базе этого клана есть такая-то центральная телекомпания, которую, можно сказать, кто ее из олигархов владеет. Да, есть другой там срез экономический, там другой срез владельцев. И вот их там десяток телеканалов мощных, а это значит десяток семей, которые в состоянии содержать эти СМИ, содержать именно СМИ. Потому хорошо, что, хорошо, Николай. Можно вопрос Николаю Степановичу? Можно, да. Скажите мне, пожалуйста, по вашему мнению, у нас есть на сегодняшний день в Украине медиарынок? Нет рынка медиа, абсолютно нет. Был бы рынок, то в принципе была бы какая-то конкуренция. А так как медиа рынка нет, то о какой конкуренции можно? Никакой конкуренции. Рынок предполагает торговлю вообще-то, да? То есть рынок. Есть спрос, есть предложение. Вот это рынок. А когда медиа... Проблема в следующем. У нас на сегодняшний день в Украине есть спрос на объективную независимую информацию, да? Но нет возможности ее реализовать, так как идет полная монополизация и жесткий контроль, и, допустим, вот на тех крупных телерадиокомпаниях, да? Из-за этих крупных телерадиокомпаниях, которые находятся под властью олигархов, да, продвинуться региональным телекомпаниям очень тяжело. Я же как раз и говорю, что у нас есть спрос на качественную колбасу, на хороший транспорт, на хороший сервис. У нас есть спрос. Я же говорю, это же экономические показатели. Есть спрос на сервис, но его-то сервиса нет. Был бы конкурентная среда, значит, у нас бы возникал один сервис лучше другого. Они бы между собой соревновались и, в конце концов, победил бы лучший. Тема нашей встречи, я напоминаю, это взаимодействие общественных организаций и телерадиокомпаний. Например, сейчас яркий пример телерадиокомпании TVI, да? О ней много говорят, но поскольку я общественник и видел финансирование общественных организаций, которые сотрудничают с TVI, там очень хорошие суммы идут на развитие программ. Вот с этой недели, например, гражданская сеть «Опора» будет с ними работать, то есть «Интерньюз» с ними работает, работает Институт розыска региональной прессы, то есть все сосредоточено сейчас на работу с TVI. А есть ли примеры взаимодействия других телерадиокомпаний с общественными организациями? Я уверен, что есть, но насколько ваш опыт? Вопрос ко мне? Да. То, и к Андрею это такой. Опыт. Интерньюз когда-то приезжал учиться на телекомпанию Марион. Было такое дело? Мы учились друг у друга, так надо прямо сказать. Это ж было бы неправильно сказать, что я учился у них правильно выстраивать новости. Но мы технологически были готовы лучше других телекомпаний региональных для того, чтобы этот проект реализовать. И поэтому мы вот акцент на этом. Но тогда любая телевизионная деятельность влекла за собой десятки тысяч долларов вложений в технологические решения. Десятки тысяч, прошу заметить, а не просто там тысячи долларов. Для того, чтобы аналогичное вещание сейчас организовать, достаточно средств любого, какого-нибудь проекта стоимостью там от 5 до 10 тысяч долларов. То есть по сравнению с теми суммами, которые были вложены в телекомпанию для того, чтобы она вещала в тех технологических возможностях, которые были 10-15 лет, сейчас только ленивый, не только ленивая общественная организация, которая работает с Mail.ru, с Яндексом там, и со всеми прочими ресурсами, не в состоянии этого реализовать. Но для этого надо хотя бы хотеть учиться. Вот молодой человек, который сказал, что он учится на программиста, но давайте вот я ему расскажу, я думаю, что он на меня не обидится,
то потеряна школа в нашей стране, и если он учится у наших украинских или там российских специалистов, которых не осталось ни на Украине, ни в России. Нормальные специалисты, вы смотрели вчера, один из основателей Google россиянин, и Путина спросили, а что ж вы не удержали такого специалиста у себя, да? Это ж Google создан с помощью, скажем, программистов, которые работали в Советском Союзе. То есть о чем это говорит? О том, что вот это, если вы не воспользуетесь как общественники остатками, скажем, людей, знаний, которые остались в Украине, то следующим шагом будете покупать все на Западе. А там очень дорого все стоит. Подождите, мне нужно, я обязан вас перебить, потому что я хочу продемонстрировать, что наш информационный партнер, общественная организация «Громадский простор» – это самый мощный портал, другого в Украине нет, по наличию информации для общественных организаций. «Громадский простор» является нашим информационным партнером и каждую нашу встречу транслирует на центральной странице своего портала. Можно говорить, Сергей? Да. Спасибо, Андрей, ты хотел сказать? А вот, конечно. Тому, что сказал Николай Степанович, потому что, к сожалению, мы с Курятами опять у нас нету с вами. Николай Степанович, смотрите, проблема в следующем. Ну, то, что вы сказали, да. Я с вами полностью согласен. Поближе к микрофону, Андрей, можно? То, что вы сказали, я с вами полностью согласен. Мы констатировали факт, но не полностью. Ведь проблема в следующем. В чем проблема? Почему, допустим, те или иные общественные организации не полностью используют те или иные ресурсы? Почему люди спокойно принимают те неправдивые новости, информатированные, да, которые есть вот на телеканале 1+1 и другие телеканалы украинскому провладнику, который под властью. Проблема в том, что в Украине отсутствует такая информация, как медиаграмотность. Например, да? В Европе, в школах, в университетах люди, дети проходят такой курс, как медиаграмотность, да? Люди людей учат правильно воспринимать информацию, да? Анализировать. Критическое мышление. Да, вот эти вот новости, которые они слышат, которые они читают, они не могут ее анализировать. Наш украинский народ, они к этому не научены. Хорошо, Андрей, если я возьму свою историю, значит, сколько существует телекомпания, практически с дня ее основания, она создавалась как детская изначально телекомпания, которая, все ресурсы, которые должны были быть направлены на подготовку и людей, детей, именно в сфере медиаобразования, медиаграмотности, как работать технологически с этими современными ресурсами и творчески. Но эти разговоры шли от уровня там президента Кучмы, заканчивая там нынешним руководством нашей страны. Это никому не нужно, потому что если бы я верил в то, что выгодно держать народ в темноте, то как бы я буду неправ. Потому что это делается не специально, а просто из-за того, что целый срез наших политиков и, скажем, в большинстве своем, он просто не подготовлен ни морально, ни творчески, ни интеллектуально для того, чтобы хотя бы эти темы обсуждать. Потому что... Ну, потому что... Анастасия нас слышит? Да. Вот, Анастасия, поэтому раньше, я еще раз хочу, раньше была газета «Правда», и в ней писалась только «Правда». И мы были готовы эту «Правду» воспринимать. На сегодняшний день у нас практически есть одна газета «Правда», только из 10 сторон вещают нам. Нам вещают там про убийство, нам вещают про это. То есть, ну, это очень интересная тема наполнения ресурсом того, чего с нами делают. Нас готовят, например, чтобы люди не покупали оружие. Нам рассказывают, как кого-то стреляют, как кого-то убивают, и в народе теперь создалось впечатление, что лучше оружие не продавать.
А я говорю, ну, конечно. Ну, конечно. Вас уже подготовили к тому, чтобы выдали какой-нибудь закон, где запретить продажу оружия населению. Ну, что и требовалось доказать. Они же боятся нас. Николай Степанович, ну, это отдельная, очень сложная тема. Это очень простая тема. НЛП называется, да. Я просто напомню практику Соединенных Штатов, где у них прям такая ярая демократия, и она никак не соответствует форме либеральной демократии, это плохо. Ну, плохо, хорошо, это вопрос такой. Относительно того, почему нет... Ну, мы видим последствия, да? Ну, не знаю о последствиях. Это те последствия, которые вам дают информационно. Однобоко дают, однобоко воспринимаете. Согласен. Так и все-таки взаимосвязь общественных организаций и СМИ. А вот это и есть. Есть масса общественных организаций, у которых есть на сегодняшний день доступ к свободный доступ в мир, но не обладая некоторыми знаниями и навыками, вы пытаетесь каждый создать свой сайт, каждый создать там еще чего-то тихонечко и тихонечко смотреть. Это самый дешевый способ донести объективную информацию независимую. Но, допустим, вот по личному опыту в Украине, да, пробиться на прямой эфир, допустим, того же ТРК «Крым», для того, чтобы осветить поговорить на серьезную тематику прав инвалидов, вот, пригласить туда помощника министра или министра социальной политики Крыма, которые ни черта не делают, но при этом получают колоссальные бабки с наших налогов. Постоянно отказ, потому что они не хотят, чтобы министр чувствовал себя неудобно от того, что он ни хрена не делает, простите за мою лексику. Но это действительно так. И так по всем регионам Украины. Ну да, согласен. И то, что вот есть возможность, допустим, да, вот на ТРК «Марион», он не охватывает всю Украину. А кто нам мешает сделать? Вот мы тут мы с вами уже вещаем не только на Украину, мы на всю планету вещаем, в частности на Евпаторию. Кто мешает, ребята? Кроме нашего трудолюбия, успеха, я говорю, это сейчас недорого стоит. Вы уже практически научились это делать. Ну, технологически вы освоили очень инструменты, которые для вас создали, ну, программисты, технари там и так далее. Учитесь этим пользоваться. Николай Степанович, но проблема в том, что вся наша аудитория, да, вот которая нас смотрит, она практически в интернете. Винница, Киев, Житомир, они не могут нас увидеть в прямом эфире. Они могут это сделать только по интернету. Да, ну хорошо. Вот. А чем это плохо? Это хорошо, но давайте не будем забывать, что не все население Украины владеет интернетом. Ирина, ну, давайте вы учить. Ирина, вы можете сказать несколько слов? Да. Скажите, как в Полтаве обстоит дело взаимодействия общественных организаций с телерадиокомпанией? Ну, на самом деле, я думаю, что это зависит от желания сотрудничать. Вот я, например, раньше не сотрудничала, я просто не понимала, насколько это важно для меня. Как бы делала свою работу и думала, что все и так все обо мне знают. Ну, не обо мне, а о работе организации. А потом просто в более случае я просто попала на такой тренинг, где были 50% общественники и 50% змишники, как мы их называем, да? И тогда они просто рассказали, что на самом деле, пока ты о себе не будешь говорить, о тебе никто ничего не будет знать. И я начала искать пути. И вы им поверили, да, на этом тренинге вы поверили? Нет, не то чтобы я поверила, я просто поняла, что мы должны сотрудничать друг с другом, потому что те, кто работает на телерадиокомпании, им нужны интересные программы, интересные проекты. А нам надо рассказывать о своих проектах, о своих программах. То есть мы друг другу должны помогать. Ну, Сергей, смотри, еще одна из проблем телерадиокомпании, да, чтобы, допустим, вот если вот приходит общественник, да, чтобы это не стало джинсу, или просто чей-то заказу какого-то политика. Да дай бог, чтобы он начал говорить, ты не представляешь, что происходит. Приходит общественник и молчит. Или то, о чем он собирался говорить, вдруг у него почему-то пропадает речь. Или наоборот, он начинает хвалить власть. Или, ну просто нюансы такие. Ну это из практики я говорю.
он неподготовленные люди. Садится в эфир, смотрит на камеру и начинает рыдать. А были случаи, когда начинает ругаться матом. Хотя в жизни никогда не ругался, говорит, до эфира. То есть это стресс. А чтобы не было стресса, ну вот мы сейчас на Ипатринском телевидении вещаем, сюда и чиновники боятся приходить. Чиновники боятся приходить говорить. Депутаты боятся приходить говорить. Депутаты, мало того, они даже боятся провести аккредитацию журналистов у себя. Ну, это же смешно, чтобы... Ну, короче, боятся журналистов. Пусть приходят, говорят. Пусть население приходит, говорит. Общественные организации. Карманные они или не карманные, или самостоятельные. Без разницы. Вот телевидение, и говорите, можно что сказать, хотите, чего бояться. Конечно, да. Можно? Спасибо, что дали поговорить. Так... Да, Ирина. Да, Ирина, немного пропадает связь, но вы говорите, как только вы начнете говорить, я сразу вашу картинку дам в эфир. Андрею проще. Он был в Украине, сейчас живет во Франции. Теперь может говорить что угодно. Правда, Андрей раньше всегда говорил все, что пожелает нужным. Да, и выступал как... Поэтому как считал нужно. Поэтому живет во Франции. Так что это прямой путь во Францию говорить. Пушкин дописался, Гагарин говорит. Вот да. Вот вся проблема, понимаете? Это наглядный пример того, что у нас нет свободы слова, и говорить открыто о проблематике никто не готов. Тем более со стороны политиков и чиновников. Они бегут от журналистики, от журналистов, как черт от ладана, конечно, потому что им сказать нечего. Да им кажется, что создав информационный вакуум, имея 2-3 газеты, ну, своих же, со своего финансирования, то есть у нас нет ни политических газет, им кажется, что создав информационный вакуум, от этого выиграет, кто-то выиграет. Или приватизировав радиокомпанию на частное лицо, человека, который получает всегда всю жизнь получал зарплату, человек это значит получал, да, получал зарплату с бюджетных денег. Ну, то есть это игра на создание информационного вакуума. Ирина, говорите, пока интернет вас пускает, хороший. Да. Ирина? Так. Ирина, да. Сергей, ну вот, Сергей, учитывая, что у нас есть гости из Беларуси, я просто хочу сделать вот такую ремарку, сравнение. Знаете, чем отличается Лукашенко от Януковича? Это уже политика. Все, что делал Лукашенко 10 лет, Янукович умудрился сделать за 2 года. Ну это команда работает, ну чушь. Это с точки зрения и демократии, и свободы слова в Украине, и независимых СМИ. То, что Лукашенко делал 10 лет, Янукович за 2 года. Так, у нас шум появился. О, Ирина, вы снова с нами? Да, ну... Андрей, я готов эту тему обсуждать. Ну, мне кажется, что правильнее было бы хотя бы запланировать какое-то количество вот таких встреч в эфире для того, что, пусть это будет пропагандистские, то есть как нам, вот смотрите, мы общаемся, у нас где-то 2-3 десятка от силы, которые уже более-менее освоились и готовы, ну, открыто высказывать свою точку зрения. Ну, это круто, я вам скажу. 3-4 десятка, да. С Украины. С Украины всего и лишь, да, потому что вот вы, например, тоже как бы впервые познакомились вот с такими возможностями, правильно? Давайте нас будет 100, 200, 300, 400, и тогда это будет похоже на движение какое-то, да, которое поймет, что не надо много денег для того, чтобы можно было на большую широкую публику высказываться и пробовать что-то организовать. Вот у нас на сегодняшний день 1000 просмотров в день, как минимум, да, в день. Николай Степанович, я с вами согласен. И просто хочется дополнить, что да,
взаимосвязь, синтез общественников и средств массовой информации, они необходимы, да, для того, чтобы и третий сектор мог себя комфортно чувствовать и понимать, что его услышат, чтобы те же самые люди, да, понимали, какую миссию исполняет третий сектор, потому что не все знают, что такое третий сектор, не все знают, какие обязанности, какие функции у общественной организации. Дело в том, что общественная организация, да, доносит интересы жителей до политики и лоббирует их. Да. И не все этого знают. Это нужно доносить людям. Это нужно, чтобы и те же самые общественники говорили, что они делают. Потому что, допустим, не каждый же тот же человек может зайти в интернет, найти необходимые ему ресурсы общественной организации. А вот за счет таких эфиров, да, человек может просто забить в поисковик, допустим, права человека или права инвалидов, да, ему выдаст материалы, веб-сайты и также видеоинформацию о том, что где он может прочитать или услышать, или увидеть о том, что у инвалидов есть права, какие именно как отстаивать. Это, конечно, это очень полезный ресурс, и я надеюсь, что в дальнейшем он будет развиваться в Украине. Ну... Я хочу подобного... Допустим, вот в Страсбурге у нас вот местная телекомпания, да, она вот имеет, взаимодействует с третьим сектором, вот, берет интервью, проводит какие-то программы, но в основном все идет в средствах массовой информации, именно в газетных и в интернете. Очень жалко, что все-таки вот Полтава так и не может. Да, самый главный наш был этот самый, и все, вот видите, что такое интернет? Вот я им... Параметры интернета, я им говорил, какие нужны для того, чтобы уверенно поддерживать связь. Все, выводите Ирину, пожалуйста, на эфир. Ира, говорите, пожалуйста. Она опять отключилась. Ну вот, вот это... Нет, я... Да, Ирина, говорите, вот сейчас вас слышно. Блин! Ирина! Мы сегодня 25-й раз. Да, вы слышите? Да, мы вас слышим. Да, мы... да, о, хорошо. Мы сегодня тоже пробуем. Мы сегодня заходим к вам постоянно, заходим в гости, просимся. И понимаем, что интернет у нас слабый, и сделать это очень тяжело. Посмотри, как плохо сделал. Ну, хорошо, видите, зато у вас опыт какой появился. Да. Общение. Давайте вернемся к тематике, как можно наладить эффективную связь между третьим сектором и средствами массовой информации. Вот, например, вот Евпатория Марион и Пурятин телерадиокомпании. А меня сейчас слышно, да? Да. О, я выключил все микрофоны и потом... Хороший. А вы нас слышите хорошо? Да, отлично. Отлично. А что я хочу сказать? Сейчас в онлайн-программе «Події третього сектору» мы общественные, ну, представители общественных организаций Украины и телерадиокомпания «Маріон міста Євпаторія» и телерадиокомпания «Город Пурятин» Полтавской области. Мы только что говорили в прямом эфире телерадиокомпании «Маріон» в Євпаторії о возможности взаимодействия общественных организаций с телерадиокомпанией «Маріон». И сейчас наша встреча на телерадиокомпании, в прямом эфире телерадиокомпании «Маріон» в Євпаторії прекращается. Дальше мы можем продолжать, потому что мы в YouTube, в Facebook, в Twitter, в Google+. В общем, все те, кто смотрит, например, портал «Громадський простір». Вот я сейчас выведу его на экран. Вот вы видите, да? Вот. Все нас могут видеть и слышать, и принимать участие. Вот. Поэтому в Евпатории мы уже завершили общение. Для евпаторийских кабельных сетей, скажем так. И эфирных телевизоров. А мы дальше продолжаем в прямом эфире. О, теперь можно поговорить так же, вот как вот, например... Можно повещать? Да, давайте. Появился. Вещайте, вещайте. Да, вас слышно, Ирина. Говорите быстрее, а то опять выпадете.
Хорошо, пока Ирина собирается, просто хочется напомнить всем, кто нас будет смотреть, что вот независимые средства массовой информации, да, не стоит забывать, что это право на информацию граждан Украины, которое закреплено Конституцией, да? Один раз. Да. Когда я сказал. Вот. И проблема в том, что это право практически никто не отстаивает, кроме журналистов. И их, к сожалению, очень мало. Угу, согласен. И что самое опасное, что вот журналисты активизируются в основном вот перед выборами. Да. Потому что это очень хорошая пиар-компания, это хорошие деньги, на этом можно заработать. И это большая проблема самой журналистики и журналистской этики в Украине. Ее практически не существует. Угу. Так, я предлагаю завершить трансляцию, потому что я вижу уже, люди расслабились, всем так хорошо стало. Да, 30 минут мы в эфире, я завершаю. И всего мы остаемся. Доброго. До свидания. До свидания.